Аппаратова нет. Ну, я спасал не вас, я спасал серьги. Вообще, в принципе, связываться с токсичными людьми не нужно. Но ситуации бывают разные, например, как у меня с моим начальником. Скажите, а чеснок в потайной карманчик вы не забыли положить? Вот эти все колдовство, росказни, вся эта чушь, это хорошо для блога. Это же сердце Бонапарта, 16 век, подлинный. Вы меня спрашиваете? Просто растерялась, я никогда такой драгоценности в руках не держала. Либо мой сапфир, либо ваш блог. Заявление. Большой блог. Угу.